Приветствую, мой друг, на канале Тимоха Лайф. Если ты еще не подписан, подпишись, нажми на колокольчик, ведь впереди много интересных и полезных видео. А сегодня вам хочу показать об одной секретной настройке, которую вы будете знать после просмотра этого видео. Одна полезная настройка на вашем телефоне, которую вы наверняка даже не знали. Но для этого вам понадобится одно приложение, которое вы сможете скачать у меня в телеграм-канале. Ссылка будет в описании под этим роликом. То есть вам нужно будет зайти в телеграм и перейти на мой канал, который называется Тимоха Лайф. Кто еще не знает, подпишитесь. Очень классный. Здесь бесплатные игры и приложения. И вам нужно будет найти Activity Launcher. У многих он установлен, у кого-то еще не установлен. Но тем не менее, воспользуйтесь поиском настроек для того, чтобы найти. Пишем просто вот так вот. Activity. Можно написать. Нет, нужно полностью написать. Ак. Приложение очень классное. Вы сейчас сами оцените. Вот, Activity Launcher. Эта утилита запускает скрытые действия установленных приложений и создает ярлыки для них на домашнем экране. Значит, я тоже его установлю, это приложение, хотя оно у меня установлено. Кстати, хочу вам снять ролик, как убрать вот эту вот рекламу, которая постоянно нам мешает, когда мы скачиваем приложение. Кому будет интересно, напишите, сниму ролик. И нажимаем «Открыть». Идет запуск приложения. Activity это помогает нам получить доступ к настройкам, которым нам разработчик телефонов ну как-то не дал. Ну или у кого-то работает, у кого-то нет. А вот этот вот Activity Launcher, он практически на всех андроидах дает нам те возможности уникальные, которые реально нам недоступны. И смотрите, что нам нужно сделать. Эту настройку я делаю у себя на Xiaomi Poco F3 X Pro. Проверял я на у девушки Mi 9T работала. Проверял я у себя на другом телефоне, который у меня, ну, мой основной телефон это OnePlus, тоже работает. И если у вас какая-то другая модель, напишите, работает у вас или нет, просто для интереса. Потому что, ну, хочу знать, давайте напишем, на каких телефонах это работает. Потому что многие пишут, что на 11 андроиде, другие на 10 только. У меня вот этот вот 11 андроид, то все работает. И смотрите, что вам нужно сделать. Значит, в правом верхнем углу у нас будет вот такой вот значок поиска. Мы нажимаем на поиск и просто-напросто пишем такое тюнер. Неправильно. И получается интерфейс системы. Вот такой вот загорается. Ну, нам второй нужен. Интерфейс системы. Демо-режим. И вот так мы его включаем. Что этот демо-режим означает? Значит, смотрите. Где... Ладно, потом. Потом покажу. В общем, нам интересует только один пункт в этом. Строка состояния. Вот он. Видите? Что мы можем сделать? Это нам открывает полностью доступ в навигации телефона, то есть к верхней вот этой вот панели, видите, где время, то есть 13:51, вот эти вот все значки, здесь сеть, здесь батарея, сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, и у кого-то может будильник быть и так дальше. То есть мы благодаря вот этой вот панели и вот этим вот настройкам можем отключить, чтобы когда мы гарнитуру подключаем, у нас она здесь не появлялась. Рабочий стол можем отключить. Трансляцию экрана, если включаем, отключаем. Bluetooth, вон Bluetooth пропадет значок, то есть его здесь нету. То есть по сути очень много приложений, которые подключаются вот это, на вот эту вот верхнюю панель, они по сути не надо. И многих они раздражают. Не беспокоить, вот громкость можем убрать. Можем убрать Wi-Fi, видите, он убрался. Точно так же интернет можем убрать, мобильный интернет, Bluetooth, режим полета и будильник. Ну, то есть я некоторые функции здесь отключил, потому и рекомендую это сделать вам. Наверняка о таком секретном меню мало кто знал из вас, но оно действительно прикольное, потому что благодаря ним вы даже вот время можете отключить, смотрите. Не показывается время. То есть кого-то время там раздражает, да. Кто-то не хочет, чтобы оно там находилось. Кто-то не хочет, чтобы Wi-Fi показывался и так дальше, будильник и многие другие функции. Так вот, вот эта вот настройка
Она реально это все активирует. Проверьте и на своем телефоне, и напишите мне, пожалуйста, работает ли это все у вас. С вами, как всегда, был Тимоха Лайф. Если видео стало полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем добра, всем пока, до новых встреч.